Всем привет! Сегодня 15 апреля. Там сейчас вставлю нарезку всякую про птенцов. Так, смотрю. Тут синяя пара у меня сидит. Вот синий самичек. Сейчас его шугнем, посмотрим, что там есть. Два птенца вылупилось. Мальки такие. Так, смотрим здесь. Здесь уже давно они у меня. 5 штук таких. Крокодилы. Вот так вот подросли птенцы. Вот зубы набиты. Колечки я ему уже одел. Вот 5 штук тут у меня. Тихо, тихо, тихо. Вот такие крокодилы. Жёлтенькие. Так, здесь у нас синие. Вот он вылупились. Сейчас самочку потихоньку шугну. Посмотрим. Он не хочет вылазить. 3 штучки. Такие слабовластенькие. Такое ощущение, что они нихера. Не, он там есть что-то в зубиках. Ну, слабенькие по сравнению с этими природниками. Ну, поэтому их тяжело и вывести. По-моему, 2 синих будет и 1 белый. Белый будет, серебро. По клюву посмотреть. Сейчас я покажу мне от того. Ну, давно еще, полгода назад или год, я уже не помню. От этой пары. Одна самочка белая. Сейчас покажу. Вот вдалеке сидит беленькая. Это вот от этих синих получилось у меня. Не только грудка белая-белая становится. А голова не знаю какая будет. Там даже этих ни пеньков, ничего нет. Так, вот тут 5 голодных ртов. Уже большенькие. Вот такие вот. Просят все жрать. Вроде зубики полные. Но все равно все постоянно хотят жрать. Такие пискуны. Ну, куда-то полезно, все это разорали. Сейчас вам дадут. Так, посмотрим, что у синих тут. Так, самочка сидит, вон тоже там голодные рты. Сейчас мы их шурнем отсюда. Не хочет уходить.
Ну вот здесь тоже большенькие. В зубах есть что-то. Этот, скорее всего, беленький будет. А этот, возможно, синий. Под надклювью я их отличаю. А этот, скорее всего, третий будет зеленый. Вот у них над клювом видно. По ним можно определить. Так, вот колечки. Сейчас попробую одеть птенцам от синей пары. Там три птенчика, три колечка. Сейчас попробуем. Так, там, как всегда, самочка у нас сидит. Сейчас мы ее шуганем. Аккуратненько. Давай, давай, давай. Давай, давай. Так, попробуем по одному птенцу, а то мне неудобно снимать это. Сейчас это мотень. Так, мне тут не особо удобно, но что-то попробую показать. Так, берем правую лапку. Так, три пальчика. Оп. Все, в домике. Вот все с колечком. Так. Этого обратно. Достаем другого. Берем лапку. Так, давай разогни нам. Не хочет разгибать. Коготок нужно поймать. Три штуки пролезу. Все. Три пролезу. Все. Лапка вылезла. Какая-то шелуха. Так, достаем следующего. Так, этого обратно. Это с колечком. Берем третьего. Одеваем. Так, кто у нас третий? Оп, броня. Никак не могу попасть. Вот, вроде попал. Так, вот все. Лапка вылезла. Вот это. Или белый, или синий будет. Все, обратно его. Thank you.
все семейство в сборе. Кормежка началась вечерняя. Вот 5 самцов всех кормит папашка. Все равно попрошайничают вовсю. Тут вовсю певцы поют. Сделал еще вот одну клеточку такую. Сюда буду отсаживать самых молоденьких, которые сами только начали кушать. Буду сюда их пересаживать. Вот двоих запустил. Потом остальных поймаю. Тоже сюда перекину. На улице у нас сегодня такая пасмурная погода. Снежочек растаял. Вот водичка. Лето. Все, всех накормили, все довольны. Ну а на этом все, всем пока.